Всем привет, с вами Прия. Сегодня поговорим о разрушителе пустоты и о его бонусе, который весьма хорош для людей, которые стремятся покорять PvE-контент. Итак, начнем же. Как мы все прекрасно знаем, различные здания имеют при себе 3 или 4 бонуса, которые меняются при каждой последующей постройке и повторяются относительно по кругу. А сейчас у разрушителя пустоты есть такой бонус, как «Определи свою судьбу». Каждый день, пока активен разрушитель, вы можете возвращаться на расколотый берег и выполнить задание, предоставляющее в качестве награды бесплатную печать сломанной судьбы. Что нам нужно сделать, чтобы получить все это дело? Мы подходим к капитану Чемберсу, говорим с ним, берем квест на постройку разрушителя пустоты, бежим вниз по вот этой дорожке, прыгаем, падаем, как хотите, не разбейтесь, только самое главное. И наша задача — говорить с этим мобом ежедневно с целью получения бесплатной печати судьбы. Вот и все. Суть в том, то, что делать это нужно до 10 утра по московскому времени. То есть это до, по-моему, 8, что ли, по серверному. Или до 9. Вот тут... Да, до 9. Абсолютно верно. До 9 по серверному времени надо успевать забирать эти монетки. Если вы сегодня поторопитесь и за вот получается ближайшие 9 часов с половиной даже успеете взять монетку, то за весь цикл построенного разрушителя вы получите 4 монеты, а не 3. Торопитесь, почему бы и нет. Сейчас активен мировой босс Брутал, я убил его уже. Ну вот, вы же можете попытать счастье, убить его и полутать какие-либо 900-е вещички на свой класс и спек. Релики различные, ножки тут, запястья. Ну, в общем, сами все это дело гляньте. Мое дело было рассказать именно про эти печати судьбы. Всех вам благ, счастья, здоровья, побольше конкретно лута, титанфоржит и варфоржит с монеток. Там, с каким-нибудь избеганием, самоисцелением. Ну, в общем, что захотите, то и будет у вас. До скорого. Отдыхайте.